Здравствуйте, вы на канале Шмыгля Резидент Эндолина Схом Гарден. Сегодня 30 июля 2020 год. И я 25 июля снимала вечер, какой красивый был. Было после дождя, гром и молния была. И потом 8:30, как будто свет включил кто-то. Так ярко было, так светло, как днем было. Ну, впрочем, смотрите сами и убедитесь. Мой сад. 8:30 вечера. Слава Богу, наконец-то у нас пошел дождик. Хороший дождик. И вот так смотрится мой сад. Сейчас были гром, молния, и вот так осветился, как будто свет на улице включился. Так интересно. Я еще так посмотрела в окно, думаю, не поняла, что, кто там светит на улице. Как будто какая-то машина, мой двор начал светить, вышла. И здесь вот так светится солнышко, что ли, или луна, или солнце. Черныш, куда пошел? Иди сюда. Какое-то сияние такое интересное. Дождь и вот так небо. Вот такое яркое, яркое светится. Вот такие хризантемы цветут у меня, распустились. Хорошо, что пошел дождик. Вот эта хризантема, я хотела ее пересадить отсюда, ей там тесно, но не успела. И ароматная лилия. Какая она ароматная. Это не передать. И посмотрите, здесь два ствола, вот один ствол, какой он огромный, большой и красивый. Подарок сына 2 года назад на день рождения подарил мне сын. И вот какой 2 ствола и вот такой огромный букет с лилией. Эхинацея цветет, лилейники. Да, не скажешь, что 8:30 вечера. Цветут гибискусы уже с середины июля. Они у нас в этом году цветут. И вот мои котики сопровождают меня. Флоксы цветут. Мои элстомы вот так распустились. Неустанно цветет мой, постоянно я забываю, как он называется, аденимум мой цветет. Ой, тут такой аромат, я вот почти что в конце сада, а лилия возле дверей и аромат вообще. Очень-очень хороший аромат. Черныш, иди сюда. Черныш, нельзя. Иди сюда. Черныш, черныш.
Ну, и вот еще одна красавица лилия. Очень-очень-очень красивая лилия. Красоточка. Вот так уже распустились букетом мои эустомы. Посмотрите, какие букеты. Ой, какой аромат от лилии. И мой клематис Алёнушка уже отцветается, который получила я подарок дню моему рождению в этом году. Газон из тмяна. Классно. Может себе дома такой газон сделать. Ароматный. Из середины июля начал цвести сирийский гибискус. И вот так красиво он цветет. На этом я буду заканчивать мое коротенькое видео. Хочу вам пожелать всем счастья, радости, мира, добра, любви. И всего самого наилучшего. Пусть Бог благословит ваши семьи и ваши дома. Мои эустомы вот так цветут, глаз не отвести от них, прямо очень шикарно, уже полтора месяца как цветут.